Воспитанники детского центра «Единство» располагаются в своих купе и с нетерпением ждут отправки поезда. Впереди 3 недели веселых приключений на море. И ребята всегда ожидают отличного отдыха. Дети с радостью, когда узнали, что они едут на море, а именно в Сочи, очень позитивно приняли это все и с радостью просто собирали вещи, собирались. У них большие планы – искупаться в море, побывать на солнышке, чтобы было много впечатлений. Ну, как-то и расширить кругозор, наверное, детям. Отдыхать к Черноморским берегам едут 450 ребят. Детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А также воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А едут они на специальном составе. Для комфортной дороги ребят окружили всеми удобствами. Все вагоны последних лет постройки, оборудованные системами кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Кроме этого, оборудован спутниковой связью и поездной радиоустановкой. Самарские дети за пределами области организованно отдыхают с 2010 года. Приоритетными местами отдыха являются лагеря на Черноморском побережье. В этом году ребята впервые поедут в комплекс «Дружба» в Лазаревском районе города Сочи. Лагерь «Дружба», который не просто примет наших детей гостеприимно, но еще организаторы вот с Краснодарского края пошли нам на очень большие, так сказать, партнерские бонусы, будем так называть. И наши дети, которые приедут в Туапсе, они будут потом со станции Туапсе организованной электричкой «Ласточка» отправлены вот на ту станцию, которая близко к лагерю. Путевку в детский оздоровительный комплекс «Дружба» получили ребята в возрасте от 7 до 14 лет, имеющие успехи в учебе, спорте, творчестве и иных видах деятельности. Для всех путевки бесплатные. Отдохнувшие ребята в Самару вернутся 24 июня. Марина Матвеевна, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.